Административный кодекс, статья 23.4 и статья 23.5. Сопротивление сотрудникам органам власти и оскорбление, выраженное нецензурным выражением. На ваш погляд, это справедливое для вашей несения? Нет. Я вообще не ругаюсь. Даже на своих собак не ругаюсь, когда они что-нибудь утворят дома. В дальнейшем будете флаги вывешивать? Уже было такое, и позавчера забрали. Будете в дальнейшем? Сейчас надо дождаться пенсии еще, в следующем месяце будет такой. За свой счет флаги покупаете, да? И во сколько каждый флаг обходится вам? Прошлый был 60 тысяч, первый, потом второй 40 тысяч, и третий вот был тоже 40 тысяч. Что вы этим хотите показать? Я ничего не хочу показать, просто мне нравится флаг, который был когда-то в прошлые времена нашим государственным флагом.